Москва живет. Я тут справа, короче, я уже сюда пришел. Ладно, хорошо. Сейчас поставлю вам, блядь, оранжевую и желтую. Я вообще знаю, что подумал на досуге. Думаю, блядь, из меток вот этих 3D плюсик рисовать и минус, короче. Их как раз 8. Ну, слушай, кстати, так как вариант. Смотрите, короче, ребят, быстренько рассказываю тактику. Сейчас мы делимся на две пати, в каждой пати по танку, по хилу. Сначала заливаем мобов. Мобов надо залить одновременно. Максимальное время между их смертями не должно превышать 10 секунд. Если превышает, второй моб резается с фулл хп. Сейчас я распределю пати, едем дальше. Прыгаем после смерти мобов, прыгаем туда на платформу к Тадиусу. Там сразу танк становится посередке, это я. Все остальные ждем смену полярности. Он дает вам дебаф, либо плюс, либо минус. Вы должны быстро среагировать. Плюсик мы выносим в звездочку. Плюсик, звездочка, минус, кружочек. Плюсик, звездочка, минус, кружочек. Запомните, ребят. Он каждые полминуты, плюс-минус, будет менять полярность. Если у вас меняется полярность, вы стоите в звездочке, в плюсике, у вас дал дебаф минус, вы сразу же перебегаете в кружочек. Это понятно? Ну и, соответственно, в обраточку тоже. Если он вам меняет полярность, может быть такое, что он вам ее не поменяет. И вы как были с плюсом, так и остаетесь. В смысле, под какую руку бежим? Да, по прямой вот туда просто забегаем к нему и ждем дебафа. Дебаф появился, сразу по сторонам распределились. Плюсик. Да, плюсик, звездочка, минус кружочек. Правая сторона. А что, Никита? А я не замутан? Нет. Да не замутан должен. Нет, я говорю, самое сложное на этом боссе перепрыгнуть, сука. Это да. Еще раз, да, повторяю. Плюсик в звездочку, минус кружочек. Когда происходит смена полярности, вы по прямой через босса пробегаете, просто меняетесь местами. Я метки поставил максимально близко. Вы, у вас, когда меняется полярность, у вас есть 5 секунд, чтобы ее поменять, иначе вы начнете дамажить своих. Это понятно? Постарайтесь не просвакать. Так, теперь распределяю пати. Юнитом это левитация работает. Просто бежишь по прямой и туда прыгаешь. Ну, если мы... ну, кстати, да. В какой пати будет капустка, она всем левитацию раздаст после убийства мобов. Ну, раздай всем, что жалко, что ли? Ну, это 5 секунд. Там пока, там мы без разницы, там, ну, босс не запулится. Так, пока. Нет, Саш, минус в кружочек, блядь. А ты все время так бил? Я не знаю, я бил все время, получается, если на босс. Звездочка. Все, доза, стоп, нет. Звездочка, плюсик, кружочек, минус. По-моему, всю систему. Теперь все, распределяю по пати. Войд слева, с ним холипал. Сразу пошел налево. Сейчас. Дальше туда идет капустка. Туда идет шейкет. И вас. Хотя нет, не вас, Юю. Вас со мной направо. Ну и, соответственно, со мной рыба цыпа. И бездарь. Все. Давайте арчи на готовность. Если все готовы, то будем стартовать. Дам таймер.
Так, сейчас я бдилку перевешу. Поехали. Кстати, нас десятку, по-моему, даже не апали, мне кажется. Или я не знаю, может и не апали. Он это на изи проходит. Ну это понятно, 25-ки ближе 61 лям, нахуй, охуеть, так и. Все, танков поменяло. Слушай, ну приблизительно вровень, хорошо распределил. Там разница 40 тысяч, грубо говоря. Руда, руда. Руда. Мое золото, блин, мое сокровище, кольцо. Сюда, оп. Блядь, полетели. А чего вы ждете? Я не сплю, блядь, ночами, нахуй. О, руда, руда. Ты голдишку там отправил уже, да? Да не отправлял, выйдешь инста, я все равно спать не буду. Ладно. Договорим. Он тебе в ПМ пишет или что? Что? Сейчас у меня спиздят еще третью, подожди. Не фуди. Не фуди, говорит. Добивайте. Оп. Эта сторона перепрыгивает. Ждем полярность. Плюсик звездочка, кружочек это минус. Полярность. Смотрим внимательно. Смотрим свой дебаф. Давай, Геру. Что-то там больно, блядь. Кто-то там уже. Да не, нормально все. Вдруг кто-то не в рынке ДПС. Готовимся, 3 секунды, сдвиг полярности. Посмотрели свой дебаф, поменяли сторонами, в случае чего. Тотем, пожалуйста. Мешал. Тотем, да. Спасибо. Я что, и тотем умею ставить? Да. Да что, ты забыл, что ты гайд посмотрел на них? Сдвиг, смотрим внимательно. С тотемами вся эта хуйня. Кстати, с тотемами, блядь, эти тотемы, пока выставишь, ебануться. Вот неоспоримый тоже тут начал играть. Мы ФК закрыли, он говорит, типа, ну, типа, он ФК хотел лезть, как бабки, не проблема. Он же на X3 закрыл. Все ФК, блядь. И десятки, и 25-ки, блядь. Сдвиг, готовимся. И по итогу чё, чел слился нахуй. Не играет больше. Походу на X2 играет. Сдвиг, смотрим внимательно. У кого поменялась полярность, поменялись местами. Токен Вархан Шам. Не сбегайте сейчас все, ребят, не умрите. Дебаф остается, ждите, пока спадет. Такое, чтобы протонулись все и там сдохли. Не, у меня, знаешь, что вот, допустим, ну, как я обычно рылю, в том плане, если на босса смотреть, у меня минус слева, плюс справа. Ну, и ставлю красную на минус, синюю на плюс. И, блядь, получается плюсы, получается, ближе к порталу,
И, блядь, босс убивает, все бегут нахуй лутать этого босса. Тебе 25-ки. Нужны эти перчатки, ноги или нет, Влад? Лутать босс? Ну, если тебе надо, забирай. Я на этого, на Фурика. Ой, на Фурика, на Армс. Поэтому смотри, если тебе на офспек надо, нить тоже. И, короче, так, все бегут лутать босса нахуй и, блядь, просто умирают нахуй. Погнали на чумку. О, красавый босс. Нот нахуй. Да, нот изичный, там Хейган только мозгоёб, по сути. Чё там побегает нахуй? Мэтта. Мэтта. Сейчас, если все нормально бегать будут, то, блядь, по сути, можно не умирающего делать. Бля, если я сегодня в десятке прорелил за какого-то еблана, ну, который вообще с ЛФГ, он был должен быть вырылить, я вообще должен был просто, ну, бить босса, на. Моя пиздец. А если я уже поставил метки прорелил, и они пробежали, блядь, ну, базара ноль. А у вас никто не умер, да? Без смерти. Алло. Вообще ни одной смерти не умер. Влад, а у вас... Алло. Не умер еще никто? Ну, пока еще нет. А, так заебись, может, не умирающего сделать. Ну, если на Хейгане никто... Если на Хейгане никто не прослакает, то да, то сделаем не умирающего. Ну, мне кажется, на Хейгане по-любому кто-то пройдется. А он кого-то не слышит, что ли? Что-то не вкурил. Блять, интернет сегодня у меня троит нахуй Беларусь, заебался. Приедь Беларусь нахуй, почувствуй, что наш интернет, блядь, называется. Решала знает, какой там интернет. Пича тоже знает, нахуй, он заебал нахуй, уже говорит. Нахуй провайдера пойти спалить. Заебало. Так погоди, ты хоть немножко это останавливайся, там воздухом вдохни, ёпты. А сколько можно? На нашем этом проекте, блядь, все время, понимаешь, они пишут виновен провайдер. Какой нахуй провайдер? Вы почините, сука, ебучий свой сервак. У меня в других играх не лагает. Теперь меня слышно? Да. Хорошо. Все. В доте не лагает, блядь, в линейке не лагает. Вот именно в Варкрафте, блядь, начинается нахуй троиться, блядь, эта хуйня. Проверьте, пожалуйста, свой, блядь, этот нахуй провайдера. Иди нахуй. Если ты там что-то делаешь, блядь, ну тупо говоря, блядь, так делай, блядь, ну это на стороне, блядь. Бля, Макс, ну ты походу сегодня пригубил, да? Да нихуя, ты вспомни, когда мы 4 месяца... Первую гаргу доиграйте, пока она не этот, блядь. Терять можно, кстати, силу. Я не понял, меня слышно? Стопните флут, блядь, стопните флут нахуй все. Сейчас можем, блядь, запороть на трэше, блядь. Стаков такое, на трэше тоже засчитывается. Играйте по вот этой гарде. Ставлю меточку, которая меньше. Поспорю с тобой нахуй на 25к голды. Она на трэше не зависит. Он не умереть на босса. Пока нет. Блядь, не успели ее доиграть. Играйте еще раз ее нахуй. Череп играем. 17 стаков, ебать. Давай гимн их. Череп доигрывает. Блять, шейки, серьезно? Все по гарге доигрывают. Ферни гаргу в бездык. По-моему, не считается смерть на трэше. Трэше не считается, надо считается. Проверить. На боссах, если не полет, никто тут надо проверить. А паладин... Блядь, Шейкет, как ты нахуй, как ты, блядь, зацепил? Да, блядь. Считается на трэше. Он считается на боссах. Если на боссах никто не вайпнулся, то это да. Подбегайте сюда. Мы тут еще живем пока что. Дальше вайпаться можешь хоть до усрачки нахуй. А
паладинам, Хулипалу, Ретрику надо бы вытащить из книжки заклинаний и изгнание зла, поставить на панель, наверное. Тут вообще нахуй половина, если честно, не работает нихуя скиллов. Тут нахуй то, что накс поломаны, все половина скиллов поломаны. Вообще нихуя, блядь, ну. Они бабки гребут нахуй, но, блядь, нихуя еще не собирают. Я не знаю, вот как Влад говорит, нахуй, ульту откроют, нахуй, она будет вся переломлена к хуям просто. Да, ну на циркуле так же было, когда ее только открыли, она была поломанная, пиздец. Так и нахуя ее открывать, нахуй, если вы, сука, нормально ее не сделали? Ну понятно, что они хотят денег, блядь. Ебать, они и так денег, сука, насосали, нахуй. Не, на самом деле, я тебе так скажу, пусть открывают ульту. Это охуительный контент, и на этом контенте, вот честно, я на X4, по сути, пошел только из-за этого контента. Только из-за ульдуа. Ну хорошо, смотри, Влад. Но смотри, они откроют ульду, нахуй, пойдем мы в ульду, они обосрут нахуй X4, бля, да? Что-то нахуй напортачат, нахуй, ну, сделают все, все это говно. Но по итогу, нахуй, пиздец, придется слиться, нахуй. Я просто утрею. Это последняя моя игра, блядь. Как в басте, нахуй. Моя игра, нахуй. Это последний сервак, нахуй. Все, я больше не буду играть в WoW. Я ебал в рот. Сливать, нахуй, бабки. Я сколько слил на X2, на X1, X3, блядь, эти поставки. Для чего? Чтобы в один сервер, блядь, нахуй, все слилось. Ебало это все в рот, нахуй. Я уже, блядь, реально, давайте, блядь. Подходите и башьте гарву. А, ну пизду, блядь, сейчас горю, нахуй. Ну его, нахуй, лучше не думать об этом. Что нихуя не пойму, меня слышно, не слышно, блядь. А, да, слышно тебя, Никита. Сейчас слышно. До этого не сказал, ману, блядь, пью, ты пошел, что пулить нахуй. Ждем, пусть скинется дебаф. Как говорил Гомель, пиздец. Лоялка 34, блядь, уже почти 35, не хватает одного ка, сколько там, 10 рублей, блядь. Пизда, нахуй. Бомж на X2, блядь, просто. Все смело, ну, все в одно дерьмо, блядь, смело. Был X1, нахуй, X1 убили. Был X2, X3, точнее. Убили X3, нахуй. У Владика был, блядь, Киригая, нахуй, и ник это и то не стало, нахуй. Так, блядь, спиздили ник, нахуй. Блядь, спиздили, все, мои, блядь. Все мои ники тоже, нахуй. У меня ники, короче, там, Абтулушмананус, там какой-то пиздык, карпуш, нахуй, там, вот это вот, типа, такого плана, на, блядь. Ну, меняй, нахуй, ник. Какой ник, нахуй? У меня, вот, из всех, получается, из всех моих ников с X3, у меня остался только один. Это мрачный лорд на моем ДК. Которого ты, наверное, на X3 придумал, блядь, ну. А так я вот реально с X2 у меня, блядь, с X2, мало что мне на X2 не играл, это раз. И на X3, блядь, у меня получается, когда перенес чара, блядь, у меня все ники поменялись, что на X2, ну, точнее на X1. С X1, которого перенесли, блядь. Mm-hmm. Все ники с какой-то шляпой, блядь. Все, давайте РЧ. На этом боссе просто стоим, хуярим ноту. Все, все готовы, даю таймер. Не, ну скелетов, понятное дело, появится за уешем. Скелеты появились. Их чисто ОЕшка ведь. Чё решал? Давай герум уж.
Все, сейчас он телепортируется, играем чисто по мобам. Да, льда это кайф реально, когда она выйдет, блядь. Уже хочется быстрее дождаться ее. Эти взлеты на каре. Ключик-то еще сделать, заебемся, блядь. Да, там пиздец будет. Чё за ключик? Ну, открыть последнего босса Алгалона. Да, там квестовая цепочка. Ну да, вообще Last Yogg-Saron, но по факту Алгалон. Ну Алгалон, конечно, тоже, блядь, он в принципе изичный, но, блядь, сколько людей там нахуй вайпалось, пиздец. Хотя там по сути нихуя сложного нету абсолютно. Не, с первого рейда славу Ульдуару ты никак не сделаешь. Чё-то как-то одно говно какое-то падает. Вроде пришли ретрика одевать, а нихуя не падает. Кольчугу пусть одевает. Да он и так в кольчуге. Ой, если плечи не сильно нужны, он кинет он в ретрик. Ретрик, надо тебе? Да, мне сейчас все надо, да. В его шмоте ему тут все надо. Ты каким сюда? 186 зашел, да? 188. Да, ну... Я одну шмотку только одеваю. Да пусть, бля, надо это, чтобы ты приодевался. Чумная тварь. Да. Так, сейчас я метки расставлю. Там что-то ластит. Сань, так ты его на привязку ставь, когда бегаешь, он не должен сдохнуть.
Ну, вроде так. Плюс-минус полкилометра. Значит, смотрите. Ну, давай, депонатор. Спекайся, если у тебя там ретрик более-менее нормальный. В любом случае, любой дамаг поможет. Короче, смотрите, суть босса в чем. Начинаем мы в черепе. Стоим в черепе, дамажим. Потом проходит волна. Волна огня прошла, мы перемещаемся в крестик. РДД, хилы в этот момент стоят на платформе. В крестике стоим, ждем. Волна прошла, перебегаем в следующую метку. В квадратик. Потом точно так же. Прошла волна, перебегаем в следующую метку. Потом идем в обратном направлении. И у него есть еще вторая фаза цикла. Это когда он телепортируется на платформу. Мы все сбегаемся в черепочек, и он начинает кастовать подряд волны. Она будет нон-стопом пробегать от черепа в крест, креста в квадрат и так далее. Там просто без остановки надо бежать. Сейчас я на себя метку поставлю, просто если что, за мной бегайте. Главное не прослакать. Арчи, на готовность. Погоди, погоди, погоди. Стоять. Меня к себе в пати забрут миликом. А, сейчас. Давай вместо Войда. Хотя нет. Вместо Бездаря. Он все равно упадет. Ну, не факт. Ставлю. Не, просто, просто вдруг, если я упаду, то хотя бы он Войд подхватит и потанчит. Еще раз РЧ, если все готовы, то даю таймер и поехали. Дагеру позже сдадим, если что. Всегда держитесь до магера за спиной босса. Так будет понятно точно, что вы не умрете. Да, метки почти четенько. За полумесяц только надо уходить, ребят. Чуть-чуть. Вот так, да. Угу. В обраточку пошли. РД нормально? Дебаф не достает вас? Нормально. Отлично. Приготовились, после этой волны все уходим в череп. Все, все в череп побежали. Стали в черепе, готовимся, ждем. РДД пока дамажит. Приготовились. Побежали. Нон-стоп. Я подымусь после пробежки. Войд потанчишь. Как вы, блядь, вот там умерли, нахуй, это вопрос. Я на вас, блядь, засмотрелся, в итоге сдох. Шамик, вставай, хилишь. Шейки, ты на РМО. Че, у вас там Гера не в КД уже? Можешь сдавать Геру.
Обидно умирающего не сделаем. Главное, да пробежь. Не, ну кстати, вот если бы ДПС больше было, до пробежки еще бы Гера была бы, то можно было попробовать. Можно было бы вообще без пробежек этом, этих убить. Еще 10% успеете добить еще за одно. Да, должны, в принципе. Ну, даже если он поднимется на платформу, на платформе добьют. Портфол сажать там, главное. Крестик, крестик сместили сейчас. Потом все в черепочек. А, все, уже не надо. Добили, молодцы. Резайте павших, пожалуйста. И сразу погоним дальше. О, двуручка, кстати, выпала. Заебись, о, вообще, двуручка. О. Если что, по мейнспеку бездарю дайте. Я отказался. Посох надо. С 25-ки. Тапки не надо, никому идти с духом. Не. Ушеки-то есть уже, по-моему, такие. Пособираем. Погоди, погоди, погоди. Не беги никуда, дай маны, сяду в компьютер. Да, пейте, пейте. Вот, сейчас я кулипал, а где кулипал? Кулипал, дружище, не маны, блядь. Дюпонатор, дай бездарю, пожалуйста, он как раз второй по роллу. На что, на воду? Да на пух. Как воятель, блядь, выглядит красиво. А, ты уже в холле памяти, чего тогда? Хуярит у него фулмана. Все, погнали. Ману попил. РБД, заливайте глаза в первую очередь, пожалуйста. Холик, отойди чуть-чуть. РД, добейте глаз. Я пошел пока для миликов ловить трэш. Пойду на него. Давай. Будет, отойди чуть-чуть. Сдохнет. Глаза дамажит очень сильно. Тебя 4 глаза одновременно пуляли. Ну, меня радует, хоть вон выбили хоть пуху нашему ретрику. Ну это пока слабо похоже на ретрика. Да, их просто надо сразу же зафокусить. Многие вот здесь люди вайпались очень жестко. Ну, мы даже вон, когда я помню, на офе первый раз пошел в Накс тоже. Ну, я пошел с незнающими людьми 50. Я так тут не знал, как бы уже контент этот был. Давно уже. Ну, не прям давно, но уже был конкретно так. Ну, вайпались, блядь, тут. Что, ну что там? Да, чё, блядь, запороли мы не умирающего. На ком сдохли? На Хейгане. А. Тут чё? Я, блядь, тут, с женой... Тут, короче, это... Смотри, стоим постоянно за спиной у босса.
Вливаемся. Просто стой, вливайся в него. Ну, я тут спокойно сам выжим. Сферки будут появляться. Сферки подходят в миллизону. В миллизоне их разбиваете, они вам апают крит на 50%. Вот. Единственная заминка это то, что босс будет давать прохил только изредка. То есть там, грубо говоря, будет 15 секунд, по-моему, висеть дебаф, потом 3 секунды можно будет хилить. Остальные 15 секунд опять... А, 17. 17 секунд ты не можешь хилить, 3 секунды ты можешь хилить. Да, депонатор, хорошо. А если хотите, давайте я вам сейчас сделаю 3 минуты. Отойдите все на 3 минутки и потом на перекур. Ну, короче, потом... знаю, с чем, ну, по поводу чего нахуй жонка. Ну, женой. Влад. Ну, что там рассказывать? Короче, по поводу реалмов, я говорю, блядь, пиздец, такой лохотрон, нахуй. Я говорю, блядь, если бы лет 5 назад я, когда играл на X2, да, в Бизгильде, блядь, знал бы, что такое дерьмо, блядь, оставался бы на X2, блядь, да и в рот его ноги, нахуй. Ну, в принципе, да. Просто лохотрон. Сейчас вот эти вот призовые места, ну, типа, разыгрывают 200 миллиона рублей, да? Так они наши деньги, блядь, за донат разыгрывают. Они поимели с нас просто, ну, хуй его знает сколько. Поставки, хуявки, блядь, это просто пиздец. Ну, если они... Паш, да, если... поимели, блядь, всю руду выдолбил, нахуй, ёптать, поимели они. Блядь, а... Не, ну, по поводу, блядь, ну, мне не нравится, блядь, каждый сервак прыгать, нахуй. Там убили, блядь, X3, нахуй, сейчас... Ну, смотри, правильно, как Гомель сказал, ну, типа, блядь, сейчас пока бонусы дают, нахуй, типа, переносите своих персонажей с X3 на X2. Пройдет полгода, нахуй, кто не хочет, нахуй, играть на X2, нахуй, они просто перенесут этих персонажей, нахуй, ну, не будут спрашивать, нахуй, хочешь ты, не хочешь. Они просто без бонусов перенесут и все, нахуй. Ну и похуй. Понимаешь, тут комьюнити вообще, нахуй, не ценят, им похуй, они бабки сорвали и до пизды им. Ну, блядь, ты ж на пиратке играешь, хули ты хочешь? А я... Ней, завтра ее нету, вот, нахуй. Я вот не знаю, нахуй. У меня, блядь, вот сосед, нахуй, ебашит там, нахуй, на офи, нахуй. Он говорит, блядь, и за хату платит, и за все это дерьмо, блядь, и продает, все это легально, все заебись. А тут, нахуй, попробуй что-то продай, нахуй. Тут, блядь, сразу бан прилетит, нахуй, парнамент. Понимаешь, они хотят и рыбку съесть, и нахуй съесть. Это когда на X2 меня забанили, да, Никита? Решал тут? Ну, меня забанили на X2, когда играл белые стаи, блядь. Когда еще Асгард еще был нормально, блядь. Потом еще на X1 он был нормально. Ну, белые стаи играл. У Таси, блядь. Ну, и че, блядь? Забанил меня Кьяр. Кьяр был тут, нахуй, еще, блядь. По-моему, главным администратором или кем он был там. Он мне, блядь, пишет ВКонтакте, 4500, нахуй, бон... 4К, нахуй, донишь, блядь, ну, типа, тебя разбанивают, нахуй, а бонусы, типа, сгорают, нахуй. Ну, бонусов не будет. Платишь 5 косарей, нахуй, России, бонусы на 5 косарей, ну, на 5 косарей, типа, остаются. Я говорю, а что это за приколы, нахуй, что это, ну, за хуйня какая-то, блядь. Все, по итогу, нахуй, удаляет меня с друзей, блядь, там подобное ВКонтакте, нахуй. Сука, пиздец, блядь. Так, Void. Я думаю, я тоже нахуй не прикольно, блядь, прыгать туда-сюда, нахуй. Да, понятное дело. Я уже ребятам говорил, что это тоже это мой последний проект. Я начинал играть, собственно, в эту игру в далеких 2007 годах про товаром, и мы заканчиваем. Только, блядь, гильду апнули, нахуй, тут хуяк, блядь, такой выстрелил. Перенос персонажа с X3, блядь, на X2, нахуй, охуеть, нахуй. Да, это да. Void, Vas, Aus. Да курица не похуй. Я бы понял, знаешь, что, Влад, если бы честно, да, ну, оно бы дисбаланс, мне кажется, отдало. В том плане, если бы они бы как бы посчитали бы игроков с X3, просто дали бы бонусов, ну, купить там тринки какие-то, блядь, какие-то шмотки, они просто так
На нахуй тебе брюль, блядь, иди нахуй отсюда. Так, а ну сейчас позже. Никита тут? Никита? Алос, поставь рыбку пока, пожалуйста. Все, все здесь, ставь рыбку, хаваем рыбу и пол. Хавайте рыбу. Саш, да, скоро будем расход делать. Я думаю, сегодня убьем всех, кроме Салфа и Келя. Хотя не, мы военник не успеем весь. Глянем сейчас, короче. Еще раз СРЧ, если все готовы, даю таймер, поехали. Все, все готовы, даю таймер. Да, все в миллизону. Дайте поставлю. Там Гера откатилась у вас? Давай, Гера. Спора появилась в миллизоне, обязательно ее взорвите. Готовимся, хилим. У одного танка ебашь? Да, хилим. Да тут два не надо. Я просто сегодня в десятке, блядь. Латхипа нахуй, два танка, блядь, я уже в ДЦ спекнулся. Хилим. Там, ну, хилы были, порнуха. А во кубаль. Так что тебе накопать, короче, блядь, будешь нахуй качать эту долгу. Хилим. Ну, накопай. Потому что я ж тебе говорю, я собираюсь это скачать. Кузню. Хилим. Просто надо знать, где ты будешь перепрыгивать. В смысле, где буду перепрыгивать? Ну, за голоса эту профу. А, с 400. Хилим. С 400, я думаю, буду перепрыгивать. Нет, кобальта надо. Кобальта. Да хуя надо будет. 300 с этих, 300 штук, по-моему, в слитках. Ну, 280, по-моему, на инду. Ну, что-то такое, да. Сколько оно стоит, нахуй, за... Хилим. У меня сегодня на лохепе не было захил вообще, пиздец. Проду узырял и нахуй просто учит целый срач. Хилим. Два хила бьет? Да. А, заебись.
Если я, мы сегодня били в 3 нахуй. Я спекнулся в 2 нахуй, я, ну, он был по прокилу, блядь, первый. По итогу, блядь, что-то подымал, подымал, у меня мана закончилась, а Ардру там нахуй вообще в жопу. Хоть я ему объяснял, блядь, ну, там не было сколько. Хилим. Угу, отлично. Добивайте 1.5%. Плечи Варханшам. В одного танка ебашил? Да, да, да. Прожимался, короче, да? Ну, конечно, прожимки по КД. Сука, вот у меня школьники сегодня попались. Решал, тебе на офспик или на мейн? Кому надо этот посох? Этот Саве или Элиму или кому? Нет, там никому не нужен. Этот решал, тебе на офспек ты собираешь, да? Погнали, наверное, еще инструктора закроем и в принципе все. Слышно теперь? Да, слышно, Никит. Я это хуй знаю, сейчас я посмотрю, потому что я не помню, там Том, блядь, по-моему, они тоже идут. Мне типа надо либо перчатки, либо чего всякое брать. Так, а ты Сим, у тебя там бонуса вообще нихуя нет? Кого? Я не, а я знаю то, что, блядь, на ШП, ну, мы вот с Йоной говорили, там вообще парнуху дает, пиздец. Ты 7-й это вообще, блядь. Страшное дело, блядь. Нет. Сейчас Вадик, я тебе расскажу, нахуй. Почему вот здесь... Что ты мне расскажешь? Почему вот здесь в Курганах? Не, мне без разницы. Тебе если даже на лоу спек надо, забирай. На мэн я вот заберу на. Не вопрос, забери. Кстати, а надо кому-то шея, блять, 200, которая делается за Юву, могу сделать. Не знаю, а что там, талин коней в гильдию. Бля, не, компания, я возьму, могу взять рец. Там есть танковская, блядь, с дыркой, и есть РДДшная и кольца. Ну, за Юву по 6 этих, блядь. А это, РДДшная там какая с дырочкой, расскажи, там что там, хаст дает? Нет, не хаст, пизжу. Там дает, короче, крит, СПД и плюс дырка. Красная. Такое вообще. Тебе зайдет, знаешь что? А, блядь, ты же за этого, блядь, думал за лок. Я на что локу зайдет, блядь, что Архана тут одна. Вот эта шея 200-я, она больше на ДК и на эту, и на Мишку. Господи, дюпаминатор, зачем нидить-то, господи. Синьку-то, господи, синьку за... Это вообще пиздец, нахуй, меня бесит, это реально регулярка, да, ну от них уделать. Мечан 450, бывает багает, кстати, да, сервис. Блять, нельзя шмотку распылить, в том плане, типа, у вас не хочется пальцы энчантер, нахуй. Да ладно, блять, 450 энчант,
ну, нельзя распылить. Но это другая ситуация, блядь. Бывают такие низеры, ебанутся, всю зеленку низят, нахуй. Всю просто, нахуй, под ноль. Да, есть такое. Да, нет, забей. Просто если тебе нить надо, не вопрос, нить. Так, а уж завтра ближе к 9, как обычно. Никит, ты завтра во сколько? Как всегда. Понятно, хорошо. Дюпаминатор, ты будешь завтра? Вас. Так, вас будет. Дюпаминатор 9. Окей. Ну давайте завтра на 9. Тогда сейчас сразу и убьем. И все, завтра на 9 на пронос. Войд на подстраховке босса, я и Йона в кукле. Ну, я и Капустка в кукле. Причина на том. А башка только с ласта падает, блядь, что ли, да? Да, башка только с ласта. Я же забрал, кстати, в 25-ке. Башка там вообще в кукле. Все, я... Поехали. Что, он Геру давать тебя? Да, давай Геру. Сейчас я еще. Сразу. А ты потом решал спать или тебе? Ну да, да, да. Да че? Я уже завалил спать, нахуй, мне Владик позвонил. Забирай. Владик позвонил. Надо буститься. Пиши там тихонечко. Тебе не звонить больше, да? Ну, в 10 не надо, смотришь, блядь. Я просто валялся возле малой. Она спала, блядь. Не понял. Короче, Влад, напиши мне его адрес, блядь. Я вот так пытаюсь приезжать. Сам где там будет танчить. Вот это будет рофл, да? Там напишешь WhatsApp, я увижу сразу. Ну, окей, окей. Не вопрос, нет. Это я в этом. Если там что-то переборщил немножко эти вот муты пораскидывал там в этой гильдии вот это новое, что вот нашего вот там до хера блядь. Я, короче, что-то там поставил эти оповещения, блядь, походу все на. Я щитком. Не знаю, я пошел на свой телефон, забрал у милиции, блядь. Ладно. И все, хуйня, да. А что, у тебя предложения какие-то долго будут? В плане, блядь, я пока нахуй не заплачу штраф, нахуй, мне телефон хуй вернул всем как. Не, я имею в виду, ты меня спрашивал, спать или не спать. Предложение? Ну капать и, блядь, порезу. Или ты все закрыл? У меня вообще хуй подает. А-а-а. На эту неделю уже все закрыл. Не, говорю, рука. ПП-шки. Ну я говорю, я просто сразу, блядь. 7 раз подряд вот здесь там закрываю. Там не 7 их, по-моему, 11 или 10. Ну, я говорю про каждый 7 раз и за неделю, понимаешь, по этим день нахуй. Типа 77 раз рейкнул за день нахуй, все. Неделю не хожу. А ты дамажишь уже пиздатый? Я бы пошел бы с каким-нибудь дармагером пиздатый, понятно? Шек не взял, но уехал пиздатый. Бля, я вот думаю сделать круто армс как-нибудь. Да еще рановато. Ну да, в таком гире рановато. У меня ученик не хочет. Что
что мне не нравится, как полипал хищный. Слишком дохуя. Слишком дохуя хил. Да. Там это. Добивайте учеников. Давай это. Шаманда. Да, давайте, наверное, на сегодня закончим. Ресните шейки-то, пожалуйста. Вот, там, если кожаные кисти выиграешь, если что, без дарюдай пусть один пока. Колики. Так, Юю, подожди. Да, я тебе подаю пыль. Все. Так, кристалл и пыль. Держи. Все, в общем, ребят, давайте тогда завтра в 9 часов допронос. И завтра после этого сбегаем, наверное, в ОС 10 плюс 2. А потом на этого, на Маликас. Не, ЕП за десятку не дается.